Приветствуем вас на нашем канале «Папа, мама, мы» из простой семьи. Сегодня мы покажем вам, как мы защитили свою теплицу от кротов. Ну или попытались. Вот такие вот сетки мы брали в Магните магазин. Ставили их, выкапывали и ставили. Вот. В ряд. Вот примерно то, что у нас уже получилось. Тут одна грядочка. Здесь вот вторую грядку докапываем. По две маленькие сеточки в ряд получается. Ставили. С краев. А посередине в один ряд сеточки. Узкая грядка получилась примерно 50 сантиметров. А широкий примерно около метра. Проем тоже где-то 50 сантиметров. Но это наш главный помощник, который помогает папе раскидывать землю. Ну а здесь у нас помощница, которая тоже помогает папе раскидывать землю. Это мы посадили клубничку гигантеллу. Все, что у нас осталось от 30 или даже от 40 зашедших кустиков, выжило всего лишь 6. Что-то, наверное, делали неправильно. Ну, наши видео состоят не только из удач, но и неудач. Дальше будем пробовать. Это помидоры, которые мы посадили пробно, чтобы увидеть, будут морозы убивать в теплице их или нет. Вот так мы доделали нашу теплицу. Получилось чуть-чуть приподнять грядки. Конечно, неказисто, может быть, неровно, но это быстро, на скорую руку все успешно делалось. Скоро будем высаживать помидоры. Если вам понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.